Отработав по воздуху с весом по мешке, хотя на мешке иногда лучше в конце делать, ставить удар, обязательно нужно это работать в паре. Если у вас есть специальный жилет, вкладываемся. Если нет, не вкладываемся. При работе с партнером здесь важно найти присоединение к движущейся цели. Не просто опять же, а именно вот как вы можете вложиться, двигаясь. Сейчас в первом варианте партнер вам помогает, он перемещается, он двигается, просто предоставляя условно подвижную цель. А вы уже смотрите, как можно к ней присоединиться. Второй вариант, чтобы мы не застаивались и не привыкали все время выступать прямолинейно. Партнер двигает рукой, изображая в данном случае, например, джеб, которым он может сконтрить, он может встретить. В определенном ритме мы ходим и делаем те же, изображая силовые удары, но смещаясь в сторону, чтобы не нарваться на возможный удар. Впоследствии это может быть джеб, по задаче это может быть боковой, могут быть апперкоты, то есть в зависимости от того, что бы вы хотели для себя прояснить, на какой удар хотели бы найти противодействие. Но это должно быть не просто тычок. Нет, это все мы изображаем мощный силовой вход. Чтобы перейти на двойки, не застаиваться, уже более ближе к этому, сейчас, после нанесения силового удара, партнер стреляет нам навстречу, что заставляет нас разрывать дистанцию, не застаиваться, потому что у многих проблема. Вошел в бан и пропустил здесь же. Хорошо, если уронил первый удар, но такое бывает не всегда, а следовательно, есть ошибка. Вот чтобы было именно силовое продолжение, мы делаем. Бам, бам, ушли. Бам, бам. Бам, бам. Неважно, какое действие вы выполняете. Разрыв дистанции. Вас не должно быть в том месте, в котором вы закончили свою первую атаку. Пробуйте, ищите. Хотя, если вы поработали с партнером, но у него не было жилета, то есть вы его не калечили, это правильно, можно будет, поймав тактический рисунок, сразу же повторить его на мешке, чтобы можно было вкладываться. Например, последнее действие. Мы наносим силовой удар и представляем, что идет какая-то контратака, и сразу же разрываем дистанцию. То есть мы двигаемся. Насколько вы теряете. Большинство нанеся грузится. Все. И вот здесь перейти на второе действие иногда становится просто невозможно. Либо начинают хитрить и делать легкое первое движение. Нет. Мощный силовой удар, после которого разрыв дистанции вот в какую-либо сторону. А впоследствии мы поговорим, как наносить именно силовые двойки.